Весна только на календаре. Вот уже вторую неделю в Ивановской области, как и на всей центральной России, столбики термометров показывают аномально низкие для этого периода температуры. Холоднее нормы примерно на 11 градусов. Когда же весна вступит в свои права? С таким вопросом мы обратились к сотрудникам Ивановского гидромета. По словам специалистов, обычно климатическая весна в нашем регионе наступает не раньше конца марта. Этот год исключением не станет. Не обрадую вас, потому что начало марта, также у нас сохраняется аномально холодная погода с ночной температурой воздуха до минус 25 градусов. Днем воздух будет прогреваться минус 7, минус 12 градусов. Но также холодно, у нас уже были года таких с холодным февралем, и последняя неделя февраля холодная у нас отмечалась в 1986 году, в 2007 и в 2011.